Всем привет, ребята! Сейчас буду участвовать в собственном событии на карте Савалак Санпит и буду играть в обратном направлении главного маршрута на машине 3Star. И ждем загрузки карты. Карта уже загрузилась и можно начинать гонку. Идет отсчет 3, 2, 1 и в путь. Эта трасса у нас, как я уже ранее сказал, в обратном направлении. В прошлый раз эту трассу я прошел на третьем месте. Как удастся на этом в этот раз пройти ее, сейчас посмотрим. И сейчас будет жесткий у нас поворот, будет много аварий, и тут нас могут и выбить. И вот то, что нам сейчас сделали, меня специально подставляли, чтобы я продолжал газовать. И если бы я это сделал бы, я просто вылетел бы с трассы. Мы хорошенько развернули оппонента. Надеюсь, из-за него там случилось несколько аварий. Мы уже на шестой позиции. У нас острый поворот. Пытаемся в него войти. У меня это получилось сейчас. И продолжаем борьбу. Хорошо, в принципе, вошли в поворот. Сейчас боремся за уже места топ-3. Ну, до топ-3 мне еще, конечно, нервно курить. Так. И нервно куря, я занимаю третью позицию и буду стараться ее удерживать, а там по возможности еще и зацепиться за вторую позицию. Но на данный момент я реально в этом сильно сомневаюсь, что у меня получится. Мне бы третью позицию удержать, я был бы этому очень рад. Сейчас у нас будет острый поворот такой сложный. С асфальта сходим мы на грунтовую дорогу. И сейчас будем гоняться по грунту. Приблизился я хорошо до первых двух позиций, но они уже едут по прямой дороге и от меня оторвались. Предыдущий круг у меня минута 26, этот круг у меня минута 17. Сейчас острый поворот будет, нужно тормозить, поворачиваем и газуем. Смотрю, у меня тоже соперник на хвосте сидит, который, наверное, мечтает меня ударить в бочину и развернуть меня, либо чтобы я вообще в аварию попал. Я же мечтаю, чтобы моих два соперника, которые идут впереди, между собой зарубились. Сделали обоюдные аварии, чтобы я вышел на первое место. Пока я об этом мечтаю, меня благополучно обходит мой соперник, и я уже на четвертом месте. Идет уже финишная прямая, соперников сзади у меня нету, я занимаю четвертую позицию. И мы заработали 1790 кредитов, и у нас общее... Заработок по кредитам 21 220 кредитов. До новых выпусков.